Классы Reader и Writer универсальны, но не слишком удобны для повседневного использования. То есть ввод-вывод значений разных типов требует от программиста написания кода по конвертации в строку или массив символов и обратно. К счастью, такой код уже написан и добавлен в стандартную библиотеку. Форматированный ввод-вывод значений разных типов реализован в Java как надстройка, следующий уровень над ридером и райтером. Давайте сначала о выводе. Форматированный вывод обеспечивает класс printWriter. В нем есть методы print и println, перегруженные для всех примитивных типов, а также строк и объектов. PrintWriter конвертирует все это в строки и спускает в нижележащий writer для вывода. Объекты преобразуются в строки при помощи вызова метода toString. А еще здесь есть метод printf, знакомый по языку C. Он принимает строку шаблон и набор параметров, которые в эту строку будут подставляться. Места подстановки параметров обозначаются специальными последовательностями символов. Например, %s — это место подстановки строки, %d — это место подстановки целого числа, а какой-нибудь %.3f — это место подстановки вещественного числа, которое будет округлено либо дополнено нулями до трех цифр после запятой. Полное описание формата ищите в JavaDoc. Существенное отличие методов PrintWriter состоит в том, что они не бросают IOException. Вместо этого они молча устанавливают внутренний флаг ошибки, который можно проверить при помощи метода checkError. С одной стороны, это удобно, потому что не надо возиться с проверяемым IOException. С другой стороны, мы так легко можем пропустить ошибку. У класса PrintWriter есть близкий родственник — класс PrintStream. На вид он очень похож, так как предоставляет те же самые методы print, println и printf. И не бросает исключений. Но он оборачивает outputStream, а не writer, и сам является outputStream. Внутри своих методов print он делает сразу два преобразования. Сначала из примитивных типов и объектов в строку, а потом сразу в байты, которые передаются нижележащему output-стриму для вывода. То есть получается этакий гибрид output-стрима и print-райтера.